внеочередном заседании Бюро Московского и Московской области Комитета ВКПБ от 20 февраля 1953 года было принято решение вывести из состава Комитета ВКПБ города Москвы и Московской области и освободить от занимаемой должности секретаря НП Филюбина за превышение должностных полномочий и саморекламу. Решение принято единогласно. Точка. Скажи секретарше, пусть припечатает заново, и можно отдавать правду. Молодец. Дельная статья. Спасибо. Я только ссылки на Молотова вычеркнул ни к чему. Тоже нашла теоретика. Да, но я подумала, что... Я понимаю, что ты подумала, но лучше не надо. Все, я поняла. А раз поняла, иди работай. Никита Сергеевич, я еще хотела спросить... Я прошу тебя, не спрашивай, не до Филюбина сейчас. Я поняла. Извините, Никита Сергеевич. Катерина! Скажи ему, пусть сидит, пока дома не высовывается, а там что-нибудь придумаем. Если сами уцелеем. Спасибо, Никита Сергеевич. Да успокойся ты. Это начальница твоя приехала. Правда, теперь уже бывшая. Интересно. Что же это она не вступилась за тебя, а? Маша, перестань. Может быть, ты плохо старался, а, любовник? Прошу, перестань. И не кури, когда я ем. Вы подумайте, он меня просит не курить. А когда я тебя просила, а ты мне обещал и клялся, и божился, между прочим, здоровьем детей. А сам таскался со своей Катькой. Нашло время, прекрати. Без тебя тошно. О, тошно. Тошно тебе. Тебе тошно. А вот и хорошо, что тошно. А то не жизнь, а вечный праздник. Деятель, гляди-ка. Фотография в известиях ему понадобилась, а? А ты о нас подумал? Ты о нас подумал? И ты, кстати, не думай, что я тут от ревности с ума схожу. Да если бы не дети, то давно бы уже все бросила, только бы не видеть, не слышать. Не волнуйся, не увидишь и не услышишь. Скоро за мной придут. Коль, может быть, тебе уехать? Куда от них уедешь? Вчера в школе не было. Тебе это что? Рит, ты чего? Ничего. Что ты пристала? Подумаешь, вообще какая-то. Да сама ты такая, мамаш твоя такая же. Что ты сказала? То, что слышала. А ну, повтори.
говорит. Даю. Да на, получай. Да не смей говорить так. Я тебя ненавижу. Пустите меня. Получай, на. Дай вы. Чего ковыряешься? Ешь, а то остынет. Не хочу я. Поговори еще. Ешь, а то из-за стола не выйдешь. Сцепились с Риткой, как две бандитки. Еще девочки называются. Мать узнает, так не поверит. Ну и пусть узнает, тоже мне. Это что еще за разговор? Мы ее ждем, а она уже неделю не появляется. Значит, не может, занята. Угу, конечно, занята она, со своим любовником встречается. Чего? Ах ты, паршивка, прожную-то мать! Да она за Риткиного отца замуж собирается выйти. Мне Ритка сказала сама, то, что он от них к нам уходит. Побольше Ритку слушай! Если даже и так, то ты дела взрослых. И не тебе, соплячки, об этом разговаривать. Ну и пожалуйста, я теперь вообще ни с кем не буду разговаривать. Это что это такое, а? Светка! Ну-ка, сейчас же вернись! Я кому говорю, а? Это что еще за воду взяла? Ну-ка, вернись, сказала! Ты у меня паршивка получишь. Свет! Ну-ка, открой мне! Слышишь? Мне что, дверь ломать? Света, ты плачешь? Света, прости меня. Я переживаю не меньше твоего. Открой мне, пожалуйста. Света! Завтра в 7. Понял. Катя, Катя, скорей! Светка в комнате заперлась, не выходит уже 4 часа. Ой, сама не знаю, господи. Света! Света, открой, это мама. Свет! Уходи. Ну, Светик, ну открой мне. Слышишь? Света! Ну, и чего ты развоевалась? Ничего. Бабушка себе места не находит. А? Ревела? Не ревела я. Да ладно, вон. Гляди, нос-то весь зареванный. Какой нос зареванный? Что случилось, а? Ничего. Вон, иди к своему Николаю Павловичу, раз тебе с ним так хорошо. Мы с бабушкой здесь вместе будем жить, вдвоем. Ну, ты же знаешь, я люблю тебя, люблю бабушку. Да ты только его и любишь, а он противный и злой. Он Ритку лупит за двойки ремнем, меня будет. Глупенькая ты моя, глупенькая. Я тебя никому не дам лупить, слышь? А потом за что тебя лупить? Ты же не двоечница, да? А Ритка твоя фантазерка, ты ее не слушай, да? Если ты выйдешь замуж, я уйду из дома, вот увидишь. Хорошо, договорились. Ты ужин со мной пойдешь или спать будешь? Нет, спать. Ну хорошо. Ой, какая ты у меня дурочка, ты еще маленькая. Я никому тебя не отдам. Слышишь? Никому. Все будет хорошо. Но не плачь. Уснула.
Супчик будешь? Да нет, мам, не хочу. Тепленький, еще поешь. Ну, что-то не хочется. Грибной свеженький суп. Капельку налью. Ну, давай. Давай. И что ты ей сказала? Когда? Что когда? Ну, свадьба. Когда с этим? Когда? Вот уж тип. Двух детей бросает. Ты тоже хороша. Забыла, когда сама выла? Когда такая же вот Петра от тебя увела? Мам, ты что хочешь, чтобы я всю жизнь одна сидела? Или по углам пряталась? Не тот возраст. Я и так устала, как собака. Целый день гоняешь, то горком, то стройка, то зовут и ищите командировки. Ой, будь они неладны, мне кажется, этот спорткомплекс никогда не достроим. Все сама. Чего сама? Помощников у тебя нет. Сама. Ну ты же знаешь, все приходится контролировать. Ну, значит, плохой руководитель, раз не умеешь людей организовать. Мама, это не твоя парт-ячейка на фабрике, понимаешь? Это масштабы другие. Ишь ты, масштабы другие. Не умеешь, так и скажи, что не умеешь. Не умею, вот. Я плохой руководитель. И все. Снимут меня. Буду домохозяйка, буду вон супы готовить. Ага. Все лучше. А то как на вулкане живешь. Ага. Сегодня ты на кране, завтра Хрущева снимут, вслед за ним полетишь. Его что, снимать собираются? Кого же поставят? Никого. Значит, ты для себя уже все решила. Мам, ну, что ты пристала? Вот чего ты хочешь, скажи мне. Чтобы мы с Колей врали. Жене, детям его. Прятались, бегали, лицемерили. Кому лучше-то будет, а? Любит он меня, понимаешь? Любит. Не знаю. Не по-людски это как-то. Помни мои слова, не будет с этого толку. Мама! А что, мама? Он тебя так же бросит, когда за другой юбкой побежит. И тоже скажет «любовь». У них всегда отговорки эти «любовь». А теперь, дура. Господи, Господи. Твоей любимой с капустой. Спасибо, мам. А только я с твоим Николаем Петровичем жить не стану. Мы со Светланкой лучше здесь, на даче, жить будем. Хорошо, мамочка. Как скажешь, только он еще не развелся. Пока. Thank you.
Не надо. Кать. Ну перестань, Коль. Ну перестань. Ну что ты глупенькая? Радоваться надо. Первый секретарь Московского горкома партии. Это же автоматически член ЦК. Ну, Кать. Да, Коль, вот что ты такое говоришь, а? Ну что ты говоришь? Ну чему радоваться-то, а? Хрущев ходит весь белый. Все ну, только говорит, смотри, Катерина, если что, ты меня поддержи, а? Ну что такое, если что? Ты мне можешь объяснить? Вот что, если что? Что, Коль, ну что я могу? Ну что я могу? Да. Если Берия станет прессовым мина, Хрущеву конец. Да и мне тоже. Господи, как мне страшно. Ой, Коленька, если бы ты знал, как мне страшно. Знаю. Еще как знаю. Маленков говорит, Берия разослал директиву органам на местах о боевой готовности. Понимаешь, чем все это нам грозит? Да разве только нам? Все у ЦК. Готовится Лаврентий Павлович к последнему прыжку. Угу. Только не верю я Маленкову. А вдруг он ведет двойную игру? Они ведь с Берией давние приятели. Да нет, не думаю. Слишком далеко дело зашло. И опять же, большинство в ЦК против Берии, а Маленков против ЦК не пойдет. Но дальше тянуть нельзя. Согласен, времени практически не осталось. День-другой у нас всех как слепых котят. Гениально. Только откроешь заседание, потом дашь мне слово, а я уже объявлю повестку. Ох, втянешь ты меня в историю. А что, как он не явится на бюро? Что, как он уже разнюхал все о нашей затее? Не сносить нам тогда головы. А выбор какой? Ты уже получил приглашение в Большой на оперу, как ее, декабристы? Ну, получил. Поздравляю. Вот нас там всех и повяжут, как говорится, тепленькими. Наша же собственная охрана. Как только занавес закроют, так и повяжут. Откуда тебе это известно? Всем известно. Зря пугать тебя не стану. Нет у нас времени. Мы должны действовать решительно и жестко. Или ты надеешься, что Лаврик тебя по старой дружбе пощадит? Не пощадит. Вот сволочь. Арестовать и расстрелять, как бешеную собаку без суда и следствия. Нет, 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 нет. Арестовать и судить публично. А главное, опередить, пока он нас не расстрелял. Нет его. Я приехал. А ты считаешь, я слепой? Вижу, что не приехал. И что делать? Ничего. Открывайте заседание. Ну что, Георгий Максимилианович, может, начнем потихоньку? Извините, задержался. А в чем дело, товарищ? Почему не начинаю? Начинай, дай мне слово. Георгий Максимилианович. Давайте объявляйте повестку дня. А повестка дня у нас одна. Освобождение.
освобождении Берии Лаврентия Павловича от занимаемых должностей за антипартийную деятельность. Кто за то, чтобы вынести этот вопрос на обсуждение, прошу голосовать. Единогласно. Георгий, веди заседание. Здравствуйте. Добрый вечер, Екатерина Семеновна. Поздненько домой возвращаемся. Дела? Коля! Здесь? Почему? Тебя жду. Как живешь, Катя? Хорошо. А я думала, ты со своими на даче. Ну, как видишь, приехал. Неделю не видел, а кажется, год. Мои тоже на даче. Знаю. Видел Матрёну Николаевну. Суровая женщина. Да, мама умеет страху нагнать. Екатерина Алексеевна, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Проходите, уважаемый Николай Павлович. Спасибо. Слушай, это ведь точно... Не смотри туда, не оборачивайся. Ты... Чего такой загадочный? Назначение получил? Да вроде того. Кать. Ау. Я подал на развод. Да. А Марья Николаевна, как она к этому отнеслась? Мы посчитали, что так будет лучше. Я не понимаю, ты что, не рада? Я не знаю, Коля. Понятно. Коленька, ну ты же знаешь, я рада. Ну я рада, Коль. Мне даже, знаешь, даже стыдно за эту радость. Ну вот как Хрущев к этому отнесется? При чем здесь Хрущев? Ну при чем здесь Хрущев? Он что, ревнует? Ну, Коль, перестань. Ну что ты говоришь? Он только вот сегодня спрашивал о тебе, намекал, что есть какие-то предложения. Коль, может, мы повременим с разводом? Мы не будем временить, Кать. Пойми, я не могу жить с женщиной, которая не испытывает ничего, кроме раздражения. Я хочу жить с любимой женщиной. И мне плевать, кто и как к этому относится. А дети как? Детишки-то как, Коль? А что дети? Дети знают. Николай взрослый. А Ритка поймет. Ну, может быть, не сейчас. Потом точно поймет. Замуж. Можно, Никита Сергеевич? Заходи, Екатерина.
Ну как впечатление? Как настроение на съезде? По-моему, хорошее. Рабочая атмосфера, Никита Сергеевич. Мой закрытый доклад. Завтра скажешь, что ты по этому поводу думаешь. Я поняла. Спасибо. Спасибо за доверие, Никита Сергеевич. Да уж. Доверяю. Иди. Катя. Не оброни где-нибудь. К американцу попадет и... Не оброню, Никит Сергеевич. Иди, иди. Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически. Когда Сталин говорил, что этого человека надо арестовать, то следовало принимать на веру, что это враг народа. Таким образом, самые грубые нарушения социалистической законности, пытки и истязания, приводившие, как уже говорилось выше, к оговорам и самооговорам невинных людей, были санкционированы Сталином от имени ЦК ВКПБ. Товарищи, мы должны со всей серьезностью к вопросу о культе личности. И этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать. Именно поэтому... За вас, Александр Васильевич. Земля вам пухом. Ты с кем это говоришь? А? Я спрашиваю, чего ты не спишь до сих пор? Чего ты на взгляде за коньяк ухватилась? Закрытый доклад к съезду читаю, мам. Чей доклад? Хрущева. И что в нем такого, что нужно коньяком запивать? Про Сталина. Оказывается, он во всем виноват, мам. В чем виноват? Кто виноват? Сталин? Сталин, мам. Косарев не виноват. Богуславский не виноват. И врачи-убийцы, и убийцы. Кажется, никакого ленинградского дела не было. Это здесь так сказано? Здесь. Молодцы, нечего сказать. Уже до Сталина добрались. А если все это правда, что тогда? Тогда все они виноваты, получается. И Хрущев тот же. Что ж они знали, что он такое творит? Почему не остановили? Да не могли. Понимаешь, боялись и верили. Все верили, мам. И я тоже. А теперь осмелели, значит. Спать ложись! Можно, Никита Сергеевич? Заходи. Прочла? Прочла. Зачитывать на съезде, как считаешь, не разорвут? Обязательно зачитывать. А Молотова говорить не надо. И как оно и Сорошилу стращает. Говорят, это расколет партию. Да что ж тогда за партия такая, Никита Сергеевич? Молодец, Катерина. Вот и я говорю.
же это за партия? Иди. Бабуль, обесстыдница пишется через «С» или через «З»? Какое правило? В корне глухая «С». Проверишь на слово «без стыда». Ой, подожди, «З» или «С»? В словаре так. В словаре с двумя. Меня разыгрывают? Бабуль, смотри, мама! Сергей Георгиевич, остановитесь. Сергей Георгиевич, остановитесь. Не положено, Екатерина Алексеевна. Кому не положено? Мне не положено. Остановитесь. Иди сюда. Коль, ну что? Иди сюда. Ну что случилось? Что сказал Хрущев, а? Что? Ну что? Сначала обструкцию устроил. Заявил, что я веду себя как цепляк в период полового созревания. Ну а потом? Ну не тяни, ну Коль, ну господи, ну что потом? Что? Меня направляют. Куда? Слышь, куда, ну? Послов в Прагу, чрезвычайному полномочному. Представляешь? Здорово, здорово, Коленька, я так и знала. Чрезвычайный полномочный звучит. Ну, не так, как первый секретарь Московского горкома партии, но, как говорится, дайте срок. Да с твоим талантом, да с твоим опытом. Там год-другой, глядишь, до министра иностранных дел рукой подать. Ты так думаешь, министр иностранных дел Фирюбин? Нет, не так. Министр иностранных дел СССР, член президиума ЦК КПСС Фирюбин, а? Так лучше. Гораздо лучше. Ты знаешь, о чем я думаю? О чем? Ну смотри, ты здесь, я в Праге. Может быть, мы хотя бы заявление подадим? Ты же будешь приезжать? Будешь? Буду. Будешь, тогда буду. И подадим. И мои к тому времени попривыкнут, особенно мама. Да и Светка, дурочка, представляешь, вбила себе в голову, что я ее предаю. Перестань. Обыкновенная детская ревность. Пройдет. Слушай, ну а Никита молодец, а? Я знал, что он не может обо мне забыть. Но с его чутьем на людей. А помнишь, как ты мне сказал? Помнишь? Держись, Никиты. А я сейчас повторю. Держись, Никиты. А я и держусь. А ты и держись. А я и держусь. Заварил Никита кашу. Заварить-то заварил, только расхлебывать ее придется нам всем. Это вы о ком? О Хрущеве? О нем, родном. Обвиняет Сталина во всех смертных грехах, а у самого руки по локоть в крови. Да если по локоть. Здравствуйте. Спасибо. А как он ратовал за коллективное руководство? А на деле, что он первый секретарь, и он же председатель Совмина. Нет, нет, я не потому говорю, что он меня снял. Нет, не потому. Что касается перестановок, то это еще не конец. Я точно знаю, он и меня уберет.
и обезглавит Министерство иностранных дел. А кого поставит? Фурцеву. А что, вполне? Она же у нее сейчас в любимчиках. Ну, то есть, в любимицах. И за границей часто бывает. Говорят, в месяц по нескольку раз. Сначала в Прагу моталась, теперь вот в Белград. Зачем? По поручению Никиты, что ли? Вы что, действительно не знаете? О чем? У нее же роман с Серебиным, с нашим послом в Югославии. Перестаньте, Николай Александрович. Вячеслав Михайлович, дорогой, да об этом вся Москва говорит. Кстати, что до Серебина, то он на своем месте. Толковый дипломат. Да, время несется. Летела, думал, целых 3 дня. А никак 1 минута, раз и нет. Сделаешь меня министром иностранных дел. Я все время в Москве буду. А какую вы будете политику проводить, товарищ министр? О, я разумный. Да? У меня бы все со стороны по струнке ходили. Так. Правы были наши китайские друзья. Не надо было трогать Сталина. Не надо, нельзя так резко отпускать вожжи. Нельзя. Ты говоришь прям как Молотов. Подожди, а где он это говорит? Да везде. Да, и Гаганович его поддерживает уже. И Маленков. Они везде собираются, по углам шушукаются, да? Угу. Булганин с ними. Шипилов, за Брежнева взялись, обрабатывают. А тебя? А меня нет. Нет, Шипилов несколько раз заводил разговор, но очень осторожно. Я для них человек Хрущева. Чужая. Неправильно, уж Никиту я не предам. Кать, неужели ты думаешь, что они открыто пойдут против Хрущева? Не знаю. Как не знаю? За ним Жуков, Серов. А это, прости, армия и КГБ. Ой, слушай, давай пошлем всех к черту. Молотова, Маленкова, да и Никиту твоего. Никиту? И Никиту туда же. Слушай, и ночью? Да. На теплоходе. Под звездами. Как смотришь? Я? Я очень положительно. Очень. Коля. Я тебя так люблю. Это я тебя люблю. Нет. Нет, я тебя очень люблю. 16-го ни Жукова, ни Серова в Москве не будет. Значит, 16-го и надо ставить вопрос об оставке Хрущева. Я считаю, другого такого случая нам не представится. Согласен. Ох, не погореть бы, товарищи. Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Он точно на свинью смахивает, наш Никита Сергеевич. На Борова. Только даже Боров свою кормушку не гадит. А этот... Предлагаю, товарищи, выпить за успех нашего рискованного предприятия. А я предлагаю тост. За нового министра сельского хозяйства Хрущева Никиты Сергеевича. Точно. Вот точно. И пусть он догоняет Америку по мясу, маслу и молоку. Именно. Обещание надо выполнять. Ну вот и обсудили. Кто за? Против? Воздержался? Николай Александрович, а ты чего воздержался? И ты в этом ни черта не понимаешь. Ну ладно. Поскольку план по хлебозаготовкам утвержден, предлагаю перейти к следующему пункту повестки дня. Есть возражения? Товарищи, есть возражения? Нет. Нет, Никита Сергеевич, нет. Хорошо. К следующему вопросу по поводу празднования 250-летия Ленинграда. Считаю необходимым, товарищи, присутствие всего президиума ЦК на юбилейных торжествах. Организацию поездки поручаю
Фурцевой Екатерине Алексеевне. Екатерина Алексеевна, да. Свяжитесь с Ленинградской партийной организацией, обговорите все вопросы. Погоди, Никита, давайте все вместе обсудим. Я считаю, что следует кого-то оставить, так сказать, здесь, на хозяйстве. И кого же, Георгий Максимилианович? Уж не тебя ли? А это как политбюро решит. Решит, что я, значит, я. Решит, что, например, нужен товарищ Молотов, значит, так тому быть. А почему именно тебя или Молотова? Других достойных кандидатур для тебя нет. Я так не сказал. Я сказал это в качестве примера. Ну что, сомнительный пример-то. Ну это, знаете ли, за всякий раз. Ну, Николай, вот это помолчи. А я, может быть, больше не хочу молчать. Взял привычку всем рот затыкать. Товарищи, товарищи, давайте будем рассуждать спокойно. Ну-ка сядь, Николай. А что ты, Настас Иванович, Николая останавливаешь? Ты вон, Никита Сергеевич, лучше успокой. Да, вот именно. Товарищи, я вношу в повестку дня вопрос о непартийном поведении товарища Хрущева и его соответствии занимаемой должности. Ух ты, вот прямо так сразу. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержавшиеся? Принимается. Предлагаю председательствующим назначить товарища Булганина. Кто за? Против? Воздержались? Большинство за. Прошу. А ты не поясничай, Никита. Мы, кажется, не на цирковой арене. Давай-давай. Руководи. Веди заседание. Команды. Карандашик только не потеряй. Итак, товарищи, переходим к основному вопросу. Слово товарищу Маленкову. Товарищи, мы всегда поддерживали Хрущева. И я, и товарищ Булганин вносили предложение об избрании его первым секретарем ЦК. Но сейчас я вижу, как мы ошибались. Хрущев зазнался, он стал нетерпимым к любым проявлениям критики в свой адрес. Начал с разоблачения культа личности, а сам что вытворяет? Секретари ЦК между собой поговорить не могут, везде подслушки. А вот это неправда, товарищ Шипилов, клевета, клевета. Нет, это не вранье, не вранье. Клевета. Никита Сергеевич. Клевета. Клевета. Да? Клевета. Да у меня на даче весь двор перекопали. Плоро проложили провода. Для чего? Для прослушки. Николай. Нет. Это что, нормально? Нет, ты мне скажи, это нормально? Нормально. А это все... Разрешите, товарищи. Спасибо. Я думаю, что все мы здесь теперь убедились, работать с Хрущевым, как с первым секретарем ЦК, невозможно. Он проводит непоследовательную политику внутри страны. Во внешней политике он также проводит линию опасных зигзагов. В связи с этим я высказываюсь за освобождение Хрущева с должности первого секретаря ЦК. Товарищи, давайте избегать скоропалительных решений. Я согласен, что Хрущев допустил ряд грубых ошибок в руководстве, но смещать его сейчас преждевременно. Давайте выслушаем его. Екатерина Алексеевна, вы куда? Не положено. Вы нарушаете регламент. Но мне надо на минутку. А, простите, пожалуйста. Извините. Екатерина Алексеевна, вы куда?
туалета. Вас проводить? Нет, спасибо, я сама. Алло, мне Жукова Георгий Константинович. Фурцева спрашивает. Дорогие товарищи, предлагаю поднять тост за нашего дорогого, всеми любимого, за нашего, можно сказать, кормчего. Ой, да хватит тебе, Леонид! Вот балаболит балаболка. Тебе не промышленность руководить, а в Москонцерте работать. Катерина, подбери ему филармонию какую-нибудь. С удовольствием, Никита Сергеевич, нам такие кадры нужны. Да куда уж мне, вон Катерина Алексеевна. Самого бравого молодца оккупировала. И, можно сказать, без единого выстрела. А ты никак приревновал. Извини, Леонид, ты, конечно, парень видный. Но только для такой женщины твой калибр мелковат. Ну, Георгий Константинович, умеешь, да? Нет, как он тебя, Леня, а? Ну, как он этим прохвостом выдал? Ой, у Молотова-то аж физиономия вытянулась. Ну, ты видел, Георгий Константинович? Видел, видел. Из моего, говорит, приказа ни один танк с места не стронется. Они присели. А что им оставалось делать? Они он рассчитывали это за его спиной танки-то в Москву везти. А он им без меня, говорит, ни один не тронется. За тебя, Георгий Константинович. За победителя. За маршал победы. За вас, спасибо, Никита Сергеевич. Спасибо, за победу. За победу. Да. За победу, товарищ. Паша, давайте, товарищ. Я тут посовещался с нашим министром иностранных дел новым, Громыкой. Просит толкового зама. Вот и думаю, назначить Фирюбина твоего. А что? Хватит ему уже по заграницам-то мотаться. Да и тебе тоже. М? Ой, Никита Сергеевич... Никит Сергеевич, спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Да на здоровье. Ваши новости, извольте. Спасибо. Ай, Катя. Ай, молодец. Желаете ли еще нечто? Моя девушка. Лепа девойка. Лепа девойка.